Активные и жизнерадостные девушки без комплексов собрались возле памятника Дюку, чтобы продемонстрировать уверенность в себе и разгладить путь к счастливым семейным отношениям. Эта акция придумана в поддержку отношений женщин и мужчин. Это преклонение перед мужским сильным полом. Женщины восхищаются мужчинами. Утюги совершенно разные, от советских чугунных до компактных дамских. Еще более неповторимы и индивидуальны их обладательницы. Но размер и возраст для довольных мужчин значения не имеет. Им главное – внимание. Да, хорошая, веселая акция, особенно когда такие девочки, которые тебя погладят, все просуют. Молодцы, одним словом. Почай, надо каждые выходные такие акции делать. Ну, и каждый. Может, не совсем такие, ну, похожие. Мне нравится Одесса, то, что девушки здесь гладят мужчин. Я ни разу не гладила девушку утюгом. А мужчины? Не хочу. Ключевая задача участниц перформанса – не только лишний раз порадовать сильный пол, но и преодолеть собственные комплексы и страхи, выйти за рамки своего комфорта и занять активную жизненную позицию. У нас такой девиз есть, один из девизов, что только девушка, уверенная в себе, может разгладить все на своем пути. И это не только шок, это еще и вызов. Вызов тому, что девушки готовы идти навстречу своим мужчинам и разглаживать острые углы в своих отношениях. Одесситки готовы продолжать подобные акции на радость себе и окружающим мужчинам. Аналогичные перформансы прошли во многих городах России и ближнего зарубежья. Дмитрий Долматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса.